Где? Наших. Вернемся, проведем зачистку. Да, это если вы. Следи за окнами. Зараза! Засранцы повсюду! Надо идти! Берегись!
Идем! Быстрее! Я помогу. Держись ближе к нам! Куда мы идем? Сюда! Давайте! Они повсюду! Не тормози! Где дверя? Сюда! Пошли! Так, я Томми. Это Джоэл. Тебя как зовут? Эбби. Эбби, ты в порядке? Да. Они прорвутся. Нужно уходить. Не бежать же от них до Джексона. Надо забаррикадировать дверь. Томми, нельзя здесь оставаться. У лошадей не хватит сил, мои чтобы... Мои друзья в доме к северу отсюда. Он огорожен, там можно держать оборону. Особняк Болтонов. Это вариант. Ладно. Я открою. Так, поедешь со мной. Давай. Пойдем. А этот откуда? Когда мне было 12, я нашла скейтборд. О-о. Попыталась на него встать. А он из-под меня как выскочит. Ну, а шрам-то откуда? Упала на свой нож. Ладно. Химический ожог. Это я сама. Зачем? Скрыть след укуса. Вот здесь. На меня напал зараженный. Мне было 14. И оказалось, я иммунна, так что остался только круг от зубов и рубцы и... Ау! Иди к черту. О, эй! Я же тебе рассказала правду. И я тебе рассказала правду. Тебя укусить? Ты слышала? Есть кто-нибудь? Джесси? Черт. Только не заходи, ладно? Все, стой! Подожди, что пожалуйста! Что? Да отвернись ты! Что ты делаешь? Вы издеваетесь? Ты должна быть в патруле. Но там же пурга. Это травка? Зачем пришел? На тебя рассчитывают, понимаешь? У нас важная задача. Тогда почему ты не в опорном пункте? Потому что Томми и Джоэл не пришли. То есть как? Мы их час прождали. Я искал их лошадей и увидел здесь свет. Может, они в город вернулись? Без всякой замены? Нет-нет. И большую площадь ты уже осмотрел? Не очень. Разделимся. Пойдем с разных сторон. Прочешем все за считанные часы. Не хочу, чтобы ты ехала одна. Мы не знаем, что там. Именно. Вдруг им нужна помощь. Ладно, я на запад, Дина на юг, ты пойдешь с востока. Но действуй разумно, хорошо? Да. Ah!
напугал. Ясно. Вы как, в порядке? Нормально. Спасибо. Ага. Можно с тобой поговорить? Ты хочешь снять седло? Нет, нет, все в порядке. Мы просто переждем бурю и уедем. У вас тут есть щетки или полотенца? Тебе чертовски повезло. Не представляешь, как. Как ты сюда электричество провели? Ты где вообще была? У нас на крыше солнечные батареи. Кто все эти люди? И давно вы здесь? Еще со вчера. Со вчера? Да. И что ищете здесь? Просто проходили. А вы тут живете? Ну да, в паре часов пути. Может, пойдете с нами, наберете припасов в дорогу? Да, спасибо. Меня зовут Мел. Томми. А это мой брат. Джоэл. Вы что, слышали о нас? Да, слышали. Нора, все в норме? В отключке. Тащите его к стенке. Томми! Отцепитесь! Отвалите! Пута мадре! Джоэл Миллер. Ты кто? Угадай. Почему бы тебе не произнести заготовленную речь и покончить со всем? Перевяжи ему ногу. Ну же! Не вздумай дернуться. Черт! Твою мать! Отойдите. Тупой старикан. Я спешить не буду. Только бы ты был в порядке. Джоэл! Томми! Вижу. Джоэл! Томми!
Откуда идет звук? Черт. Отпустите его! Кто это? Отпустите Она пробралась! Его! Почему не было постов снаружи? Мы не думали, что кто-то появится! А чего вы ожидали? Надо уходить, пока за нами не бросился весь город. Все, хватит. Ты хочешь того же, что и я? Заканчивай. Быстро. Джоэл, вставай. Вставай, твою мать! Прошу, не надо! Не убивайте! Джоэл, вставай! Нет! Нет! Я вас всех убью! Нет! Эй, что делать? Мы их
Привет. Привет. Я посижу, можно? Да. Мария хочет, чтобы ты поела. Она нас не остановит. Если захватим всех, кто нам нужен, чтобы справиться, Джексон останется без защиты. И что, мы их просто отпустим? Никто не хочет этого. Да, но так получается. А если снова нападут охотники? Это твои слова или ее? Нет, это довод. Если бы убили одного из нас, Джоэл был бы уже на полпути к Сиэтлу. Нет, не был бы. Абсолютно точно был да, бы. Мы даже не уверены, что они из Сиэтла. Вашингтонский освободительный фронт. Ты сказал, это было на нашивках. А вдруг они украли куртки? Тогда... Вдруг Вов уже не там? Чего ты добиваешься? Знаешь что? Я завтра ухожу. Если хочешь, со мной пойдем. Ты не представляешь, на что идешь. Ты не знаешь, сколько у них людей, оружия. И мне пофиг. Ты меня не отговоришь. Дай мне денек поговорить с Марией. Ладно. Хоть кого-то она отпустит. А если нет? Ну, я что-нибудь придумаю. Всего день. Один. Ладно. Хочу зайти в его дом до нашего ухода. Надо кое-что забрать. Хорошо.
лошадям не пробраться. Кажется, одну забрал Томми. И Мария велела закрыть конюшню. Томми, твою мать! Может, по пути что-нибудь подвернется. Машина, лошадь, что-нибудь. Ладно. Теперь все растянется намного дольше. Ну, значит, будет дольше. У тебя еще есть шанс отказаться. Я знаю. Не хочу, чтобы ты думала, что должна. Элли. Ты пойдешь, и я пойду. Вот и все. Ты пойдешь за рюкзаком? Он у восточных ворот. Я его там заранее припрятала. Что тебе нужно, я принесу. Я сама. Ладно. Все нормально. Идем. Я здесь подожду. Спасибо. Дейноних. Хороший был день.
спуститься. Что-то случилось? Да не, просто подойди сюда. Мария, я ушел в Сиэтл. Хотел бы не уходить, но не могу. Эти люди должны понести наказание. Элли попытается пойти за мной, останови ее. Отбери пушки, запри лошадей и ее запри. Выиграй для меня немного времени. Люблю тебя, Томми. Его там просто убьют. Он должен был взять меня с собой. А ты не дала нам людей пойти за этими скотами. Я не могла. Попытаешься меня запереть? Лучше б ты осталась. Черт, с два я останусь. Лучше б ты осталась, но я тебя знаю. Ты пойдешь с ней? Да. То есть просто возьмете и уйдете? М? Да. Пешком? Да. И я сказала в конюшне дать тебе одну лошадь. И патроны возьмите. Спасибо, Мария. Просто сделайте одолжение. Верните моего дурака мужа домой живым. Конечно. Ну ладно. Идите, а то скоро стемнеет.